Далее к другим темам. Вопросы создания и продвижения региональных брендов обсудили в окружной столице за круглым столом. Инициатором встречи выступила сенатор Совета Федерации от Ненецкого округа Римма Галушина. Ни для кого не секрет, бренды становятся драйверами развития регионов. В свою очередь, Ненецкий округ славится производством мясной продукции, в частности, оленины. Тамара Крицкая считает, что мясокомбинат – это уже бренд сам по себе. И вкус местных деликатесов давно известен далеко за пределами нашего региона. Впрочем, чтобы бренд заработал в полную силу, нужно начинать с нуля. Именно если мы его выдвинули, то это нужно в первую очередь смотреть по качеству нашей продукции, начиная с наших пастбищ, какое качество оленины, с которой можно приготовить такую продукцию. Вот 2 года мы страдаем из-за качества мяса. Я везде, на всех уровнях об этом говорю. То, что убойные пункты соответствуют 70-х годов, это тоже. Бренд надо начинать с самого начала и держать его на таком уровне, чтобы он действительно был бренд на. Не только мясной, но и рыбной продукцией славится округ. Ее реализацией занимается СПК «Арка Андик». Только за год сотрудниками доставлено 11 тысяч тонн морской рыбы и 200 тонн речной. Экспорт за границу составил всего 4 тысячи тонн. Большим спросом как в регионе, так и за его пределами пользуются зельдь и семга. О перспективах разработки межрегионального бренда «Печорская рыба» рассказал Николай Хохлов. В целях продвижения, в случае создания бренда, в настоящий момент департамент проект постановления администрации по предоставлению, по субсидированию части затрат на участие в ярмарках и выставках. Ну, это как один из шагов в целях продвижения нашей продукции. Единым отличительным знаком качества региональных товаропроизводителей, в том числе потенциальных экспортеров, может стать торговая марка «Сделано в НАО». Новый бренд был представлен в марте этого года на соревнованиях «Бурандей». Бренд «Сделано в НАО» основан на том, что способен подчеркнуть уникальность региона и служит единым отличительным знаком качества наших производителей, в том числе потенциальных экспортеров, которые будут вручаться на правах безвозмездного пользования на ограниченный период времени в случае соответствия производимой продукции критериям, которые будут установлены порядком использования данного товарного знака. По информации руководителя профильного департамента, в текущем году запланированы маркетинговые исследования, разработка бренд-стратегии, формирование портфолио продукции и продвижение бренда «Сделано в НАО». Наталья Кислякова, Антон Водряков, телеканал «Север».